Это самые длинные и необычные тоннели в Майнкрафте! Всем привет, ребят! С вами я, Зомбак! Сегодня посмотрим с вами на самые необычные тоннели в Майнкрафте! Смотрите, они имеют вот такую полукруглую форму в каждом из этих тоннелей. Вот даже в таком малюсеньком есть свой цветной портал. Давайте начинать, ребята! У нас сегодня вот такие персонажи. Это Бокси, Буз, Солнце и Луна, Тейлз, Нести Наг, Флаффи Пенс, Синий Радужный Друг и Пикстер. Ну что ж, итак, я предлагаю отправиться к единственному здесь доброму персонажу. Это Тейлз, ребята, друг Соника. Ну, давайте, разгоняемся, погнали! Гигантский Бокси Бу прямо передо мной, ребята! Надо с ним справиться! Ну иди сюда, монстряга! Ребята, они все решили на меня напасть! Ну давайте, все по одному, подходи, никого не боюсь! Всех одолею, получайте. Короче, возьмем, наверное, пулемет и пойдем лупать. Ты что, самый смелый, что ли? Решил в обход всех на меня нападать? Да ладно тебе, что я тебе плохого сделал? Сейчас разберемся с этими монстрягами. На тебе, получай, ты тоже. Отлично. Еще немного, еще чуть-чуть. Отстаньте от меня, монстр. Давай, подходи. На тебе. И ты тоже получай. Отлично. Ребята, ну нет, дверь заколочена. Пройти дальше мы не сможем. О, сможем. Ха-ха. А я открыл. Подождите, а что здесь было? Кирка? Подождите, здесь есть секретный проход? Так, ладно, мне даже стало интересно. Дверь, конечно, я открыл, но здесь должен быть какой-то секретный тайный проход. Может быть, в алмазах? Давайте попробуем его найти. Где-то... О, стоп, подождите. Здесь что-то есть. Я нашел, ребята, секретный проход. Уу, круто. Я, правда, там уже и так открыл и мог и напрямую пройти, но так будет интересней. Смотрите, Тейлз наверху. Надо срочно его спасать. Так, алмазики отложим на потом. Тейлз, я к тебе сейчас заберусь. Так, сюда паркурим. Привет, Тейлз. Да, привет, помоги мне. Да, я попробую, постараюсь, только сперва нужно вот с этими монстрами справиться. Эй, Балди, иди сюда. На тебе, получай, монстряга, на! Еще раз нападешь на моих друзей, будешь иметь дело со мной. Так, ребят, чтобы получить вот этот рычаг, я так понимаю, нам нужно справиться с боссом Килли-Вилли. Окей, давайте разберемся с ним. Получай, Килли-Виллич! Так, да я с тобой вообще на изи-катке разберусь, что думаешь? Такой самый сильный, что ли? Ну да, у тебя... О, отлично! Рычаг мы получили, ребята! А здесь нам дадут кирку. Так она у меня и так уже есть. Ладно, и получим еще одну. Все, будем проходить честно. Иди сюда, монстряга! На тебе! Получай! Так, ну человек за окном мы легко одолеем. Я думаю, что с ним справимся. А где моя кирка? А, она у меня уже. Все, отлично. Теперь мы можем просто подняться наверх и спасти Тейлза. Ребят, давайте сюда заберемся. Отлично, Тейлза открываем. Шикарно, привет, Тейлз. О, привет, Зомбак. Привет, привет, давай-ка я тебя отсюда вытащу, спасу. Так, мы Тейлза, наверное, где-нибудь здесь поставим. Вот, тут много-много кетчупа разлили, замазали все. Ладно, Тейлз, мне нужно идти дальше, давай, удачи тебе. Ага, а чтобы пройти дальше, нам нужно поставить тот самый рычаг. Здравствуйте, монстры, что у вас тут, горки? Можно покататься, круто! На горках я люблю кататься на самом деле. Эй, Рокси, да что ты так на меня-то сразу нападаешь? Что я такого мог тебе плохого сделать? Это, дайте угадай, это Монти там, да? Монти, ты что тут спрятался? Секретное местечко нашел, да? На, получай. Эй, да что тебе нужно от меня? Да, давай-ка я с тобой на мечах справлюсь. Вот, отлично. Что у тебя тут? Вау, рычаг, ребята. Я нашел какой-то секретный рычаг. Не знаю, зачем он мне нужен, но давайте его попробуем использовать. Стоп, а здесь тоже был? А, здесь еще один рычаг, ребят. У меня их уже две штуки. Целых два рычага. Так, Ванесса, давай, получай. Ага, я понял, здесь, видите, по стрелочкам надо. Первый сюда поставить, второй сюда. И еще два рычага мне не хватает. Тогда мы сможем открыть эту дверь. Так, здесь тоже было что-то? Здесь еще один рычаг, ребят, нашел. Еще один рычаг. А здесь у нас... Еще. Так, отлично, все. Мы нашли все четыре рычага, мы можем поставить их вот сюда. Теперь по очереди их все включаем. И открывается дверь, отлично.
Опа, здравствуйте, вы тут печеньками торгуете? Круто! Ой, бабка Грэнни, Нести, вы чё тут-то? Магазин печенек, что ли, хотите ограбить? А ну иди сюда! Так, я тут по столу бегаю, конечно, грязными ногами по столу бегаю, пачкаю их печеньки, извиняюсь. Так, на, получай, Нести, на, давай, сейчас. О, я с Нести справился, остались только Флаффи, Пенс и это Чика. Так, отлично, со всеми разобрались. Здравствуйте, а вы не знаете, как пройти дальше? Там просто замок висит. О, привет, привет, ребят. Ну да, знаем. Чего? Тебе нужно 5 печенек белых и 4 шоколадных? А где я тебе столько возьму? А, стоп, сейчас я со стола уберу и как раз таки получу ключик. Ребят, давайте приберемся здесь на столе. Видите, кто-то кушал и не убрал за собой. Ну, мне не сложно, я приберусь, заодно ключик получу. Отлично. Ну, реально, я очень люблю печеньки. А вот эти прям еще и со вкусными, смотрите, начинкой. Ох, просто посыпка там вообще вкусная. Итак, у меня есть как раз-таки 5 белых и 4 черных. Все, отлично. Ой, я поставил. Дайте обратно. Так, здравствуйте, я хочу обменяться у вас на ключик. Спасибо большое, ключ мне дайте, пожалуйста. Все, до свидания. Спасибо вам большое всем. Я прохожу на следующее испытание. Здесь у нас высокие заборы какие-то. Что здесь такое? А, зелье скорости. Давайте попробуем его выпить. Мне на две минуты его дали, да? На 2 минуты. Хорошо, ладно, зелье пошло. Погнали! Только что-то оно не особо сильно скоростное. Кто меня бьет? Кто это ударил по мне, а? Ну-ка, признавайтесь. Кто-то откуда-то в меня ударил, ребята. Ладно, я возьму, наверное, на всякий случай с собой меч. Да, тут потому что синий радужный друг еще на меня решил напасть. Что я тебе плохого сделал? Мы должны на скорость, ребята, успеть за 2 минуты это все пробежать. Так что давайте перепрыгнем сюда, дальше вот сюда. Отлично, видали, перепрыгнул. На тебе. А как я дальше поднимусь? Наверное, надо было перепрыгивать. Опа! Хорошо, проходим. Пока все хорошо получается, я даже неплохо справляюсь с их испытанием. Так, перепрыгаем сюда, здесь. А, нет, я упал в лаву. Это считается, что за поражение? Или мне можно просто идти дальше? Оранжевого мы победили. Так, ладно, давайте попробуем просто пройти в следующее испытание. Так, на тебе с дробовика, получай, Пикстер. Отлично, на тебе. Да, ребят, мы его одолели. Что здесь? Алмазики! Вау, мы разбогатели на 1 миллиард алмазов, ребята. Этими алмазами могу с вами поделиться. А вот и портал, кстати, я прошел испытание, скорость не закончилась. Погнали в портал! Выбираемся, ребяточки, обратно вот так вот. У нас видосик сегодня не получился. Я надеюсь, он вам понравился. Обязательно поддержите меня лайком и подпишитесь на канал. А с вами был я, Зомбак и Тоннели. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока-пока!